что, привет, ребята, соратники, товарищи, да что уж там, друзья. Мы едем снова на рыбалку. Время, кстати, 19, вот, не вру, почти 8 вечера. Думали, не поедем. Я сидел в ванной, мне пришло смс, выходи, я подъехал. Федор решил, едем на Барковской затон. Вот. Федор уже тут мне хвалится, купил поводок какой-то титановый, да, говорит? За 70 рублей. За 70 рублей. И купил опять воблер. Он же не может обойти магазин без покупки рыболовной. За 470 рублей миноу вот такой вот. Не знаю, я дилетант. Плавающий. Хорошо работает на... Ну, это мы сейчас его посмотрим. Вот, пробочки, может, сейчас нас застанут. Ну, едем на Барковской затон. Он сегодня говорил, что там что-то погода падает, давление какое-то падает. Вот, и передают дожди, поэтому хрен его знает, когда еще что удастся. Я смотрел видео, кстати, я очень часто повторяю слово, вот это хрен его знает, надо от этого избавляться как-то. А еще жопа у тебя часто. Жопа, блин, ладно, едем, короче. Полная жопа. Все нормально. Как накупался? Федор вот купался сегодня весь день. Да, я купаться ездил, поэтому мы в такое позднее время решили выехать. Ну хотя бы часок половим, да, где-то, да. Пока есть возможность, а то даже неправда зарядят, и фиг знает. Нормально, мы скорые на подъем, что дома сидеть, стены охранять. Конечно, бетонные. Сегодня, да? По сути, если верить и сметью, сегодня последний день лета, потому что завтра пасмурно, а послезавтра все, 20 градусов. Нормально. Ладно, в общем, ребят, едем. Вот, приехали. Уже темнеет, время без 10:08, поэтому сейчас может быть ничего не видно, но мы постараемся что-нибудь снять, никак фонарь я не намучу. Повешу такую херню, испытаем, что здесь есть. Но всплески идут, так что-то плещется. Смотрите, ребята, Федя сейчас укусила пиявка, влепилась в него. На ногу. Он в воду зашел потрогать, чтобы залезть сюда с аквалангом и свои блесна оторвавшись. Сейчас второй день, в общем, вчера так все стемнело, ветер поднялся, одна трава, ничего не видно, мы уехали. Сейчас второй день, пока мы на воже, как вы уже, наверное, поняли. Вот. Вчера был без успеха. Сейчас пока думаем, что делать. Тут поплавай. В ластах. Не теплая вода-то? Да конечно, тут смотри, там что валяется-то, блин. Ладно, фиг с ним. Поедем в новоселке. Остановились в яблоневом саду набрать яблочек. Вот, ребятки, ребятня, приехали в новоселке. Тут вот люди с ночевками, палатки там, хератки, федера. Кстати, да, все, о пердеже больше ни слова. Теперь все серьезно. Не, ну в веселых видео будет веселое. А у нас что не видео, то веселое. Хочется быть серьезным. Ну не получается. Идем. Я одел Константина мастера, а Федор того своего воблера. Кстати, вчера, который хвалили его на этот титановый поводок, он его оторвал. И опять с этой, с резинкой. У него как он надевает резинку, так рвет уже второй день подряд. В общем, идем. Такие вот тут фигни. Тут опять все в траве. Вот, ну вот там вон вроде как щебеночные островки. Сейчас будем там потихоньку пробовать. Поссать только надо. Надо а я поставил другую, ну ту старую, вернее, катушку, толеска, которую новую я покупал. Поганая. Вообще вся как-то перехерачилась, я ее всю снял и выкинул. Так что вот так вот. Воблер нашли. Федор нашел какой-то воблер, сейчас к нему приду, покажем вам. Вот такая тут местность, кому интересно. Поселки. Погодка пасмурная, время у нас 5:05. Блин, яблок, сука, обожрались. Аж эту оскомину набили. Во, какая тут ерунда, вернее. Вот, нашел, какой воблер он. На земле. Может, он хрень уже, не рабочий, конечно. Блин, ветер
Ну все, не слава богу. То ветер, то херетер. Вот на ту сторону перебраться, мне кажется, там было бы интереснее. О, что это за всплески? Видел? Берег. Прям были эти всплески. Давай этот одевай свой путь. Ну, как что-то плещется у бережка. Может, око? Может быть, нужно одеть вертушку Мэпса? Дорогущую. И не за 115 рублей. Там подделки, фальшивки. Дождик начался. Меня сейчас видно, короче, раз 5 током херачил. Никого такого не было. Но эту сейчас ловил, блин. Все, капец, сейчас походу зарядит вообще конкретный. Все, жопа. Да. Он на водных лыжах, а сейчас он там просто валяется. У Феди была поклевка. На кастмастера? На Федь? Да, на кастмастера. На маленький. Кстати, кто говорил, что у этих воблеров крючки надо менять? Крючки вообще охренеть, какие острые. Вот еще вот такой сегодня взял. Пробую. Сейчас буду, не кидал. Кидал вон тот, вот этот вот. Пузана этого. Еще взял вот пузана, сейчас покажу. Такого цвета. Вот, и крючки острые, вот я ножом, блин, пол за ремешок зацепился, пол ремешка изрезал. Думаем, дождь сейчас вольет, там вот все, тот перестал, но вообще ветрюга, вы, наверное, его слышите. Погода нам не дает никаких поблажек. Ты вертушечку? Да, буду закидывать. Попробуй такую, на нее еще не ловить. Давай. Нет. Сегодня, Лаврентий, 23 августа. Хером, что поймали. Не, ну если вы были сегодня на рыбалке, я это видео сделаю сегодня. Сегодня оно не выйдет. Знали, в какие группы его добавлять не буду. Строматиться, скажет, опять не поймем. Не, ну если вы что поймали на спиннинг сегодня, вчера, вы напишите просто, покажите. Ну, я не знаю, вот и Федор, и я пробовал. На все разное, нифига. То ли погода, может, меняется она или не меняется, давление там какое-то падает. Тот мне говорил, типа, рыбы под водой, ей все равно тепло, типа, холодно, но мне кажется, все-таки это очень офигенно влияет. Не знаю. Опять я в жопу влез, извините, но никак иначе не скажешь. Просто приходится заменять мат на какие-то слова, мне кроме жопы и говно ничего в ум так не приходит. Надо найти словарь бранных ругательств, не используя мат. О, вон там стаи птиц, может, Федор откроет на них сегодня охоту. Это мужички с федорами. О, какие-то вулканические херни. О, нифига, тут даже вон что-то, смотрите. Видите? Что-то там мурыжится. Не, так вообще прикольно. Мне понравился берег. Ну, тут мель такая каменистая. Мне вот такая больше нравится, чем когда островой. И, блин, наверное, ветер забивает. Ладно, идем к машине. Сейчас потурим, что дальше делать. Я влюблен. Уборочные работы урожая идут. Федерико Кастро. О, бульдозер. В общем, едем мы назад. Все нам порядком надоело. Погода не дает нам знать. Едем жрать и играть в FIFA на PlayStation. Если ничего не сорвется, поеду в пятницу на все дни в Шацкий район, на реку Цна. Там еще ни разу не был, так что не пропустите. Там будет полюбас интересно и весело. Так что не забывайте подписываться в группу, я эти видео выкладываю.
выкладывать не буду, чтобы до конца не позориться. Нам почему позориться? Мы, по большому счету, не старались поймать трофеи или там прийти с мешком рыбы. Но мы в последнее время так вообще, походу, не стараемся. Мы хотели просто, не знаю, провести время. Потому что сейчас... посмотреть водоем. Я вот тут не был лично. Я вот посмотрел. Мне довольно-таки понравилось. Ну, погода. Так что, если есть какие соображения по погоде, и кто ловил в эти дни, да, вы просто скажите, подскажите нам, на что ловили, как. Мы также ездим, испытываем места с морем. Мы такие же дилетанты, можно так сказать. Никакие не профессионалы. Не... Ну, это, наверное, и так понятно, да? Много слов очень. Да, много слов. В общем, ладно, мы едем домой кушать, какать. Ой, блин. Короче, ладно, всем, ребят, пока. Все нормально. Настроение, главное, хорошее. Конечно. А это самое, самое главное. Общение, природа, воздух, встречи. Что дома сидеть? Ну, в общем, ладно, все. Всем спасибо, всем пока. Счастливо. Все свободны. Неважно, холодно там или жарко, кто куда, я на рыбалку, беру катуху, приманки и палку, кто куда, я...